подряд занимался, вы видели где, и нет, уже... Нет. Ну, ты понимаешь, бля. А знаешь, что я сделал? Ну. Я сделал вещи, которые хотел сделать много лет. Ну. Я взял тебе рынок. Выкинул, поехал на штуку, купил, одинаково. И теперь утром мне не уходит 20 минут на то, что... На, их верни. Вот они. Они после первого серии... Носки не бывают направо и налево. Бывает. Ты их большим пальцем растягиваешь, и как бы они уже начинают... Ты их большим пальцем. А мы их все растягиваем, мы большим пальцем напоминаем. Ты раб своих носков? Я раб своих носков. Уже нет. Теперь прости, раб моих. И еще я, блядь, решу, что я обожаю этот самый Шука Карма. Зато, если бы я мог, я бы трахал Шука Карма. Но там нельзя его как бы. Почему? Он охуительный. В чем? Купил охуительный нож, залезли шекели. Купил ситечко. Залезли шекели. Купил майку каннибала. Тот родильный альбом, который... Носки, покажи нож. Найк. Не, нож. Мегапёр. Я спорю, пидорас. Я бы тебя порежу помидор. Спор, всё. Я. А тот чувак, который мыло прислал, израильтянин ему... Ты хоть это доказал? У меня у дворного брата подруга работает в Дэсси в Кармеле. У меня дворного брата подруга работает в Дэсси в Кармеле. Там все эти Босс, Спенсер делают. И она просто привозит мне разные стюки, на футболки. Мисуга, понимаешь, у него подавшир вас стоит. Я ничего не стою, я не стою там 10 фунтов, скажем, 10-5. Ну что, 10 фунтов, может, а вам? Это брак, опять-таки. Это не брак, нет. Да ладно, что там брак? Ну, как Лена с бельем. Что там брак? Извиняюсь, ханут дальше. Жить, спим и ничего. Ну, не то, что видит, но ножкам неприятно. Нет, главное, чтобы не размазали. Вот рожа фашист. Тупая причем. Сам обидно, блин. Должны быть какие-то интеллигенты. Вот тебе белая пая, блядь. Ёбну, ты же знаешь, не выявляйся. Мне фотоаппарат извиняет. Палец не тот. Ёбну, ты же знаешь. Не тот палец идёт. О! Главное это, блядь, ты политолог, блядь. Сука, не политолог, я просто процентов. Это как я вчера выйду в музей насчёт создания Айзенсгруппен? Народ охуел. Айзенс Группен — это враги, да? Айзенс Группен? Да. Айзенс Группен — это железная группа, боевые отряды молодежного. Это Юген, это Гитлер Юген, нет? Я предложил Гитлер Юген, это другое. Я предложил Израиль, что я. Потому что он пятый вчера после работы, я решил.